Первой и самой большой точкой стали цветники у кинотеатра «Искра». Виолы, или как их называют в народе «анютины глазки», самых разных цветов станут украшением этого места. Высадка цветов идет строго по схеме. В итоге должна получиться единая композиция. Сестры-близнецы Надежда и Вера – озеленители с опытом. Более 10 лет они наводят цветочную красоту в нашем городе. Ловкими движениями высаживая рассаду, они одну за другой создают разноцветные грядки. В нашей работе важно хорошее настроение, говорят сестры. Ну и, конечно, хорошая земля. Зависит много от земли. Если земля это жесткая и плохо вспахана, то медленнее. А когда более она легкая, тогда бывает быстрее. Здесь хорошая земля? Здесь хорошая земля. Виола – красивое и неприхотливое растение. Может цвести в течение всего лета, но именно этот сорт будет радовать видновчан весь май, после чего их заменят на другие цветы – летники. Рассада очень хорошая, что нам очень нравится, и мы украсим, постараемся украсить хорошо город. Желтое, белое, миксованное, синее, красное – виолы очень много, цветов очень много. Насколько поэтому вообще эти цветы приживаются хорошо? Приживаемость у них хорошая. Они могут все лето цвести. Сложно представить, но за 2-3 дня команда из 10 мастеров-озеленителей должна будет посадить порядка 30 тысяч кустиков виолы. Закончив работу у «Искры», рабочие переберутся к зданию администрации. Также цветы будут посажены на Аллее Славы. Украшаются и другие объекты. К праздникам будут побелены и покрашены все бордюры и ограждения. Обновляется и памятник Ленину на центральной площади города.